Константин, чем Минюст руководствовался, отказывая НДП в регистрации? Я думаю, Минюст руководствовался руководящими указаниями ЦИКа. Вряд ли чем-то еще. На самом деле, конечно же, то, что нам прислали, эту самую бумажку с крайне надуманными, я бы сказал, обвинениями и требованиями, это, конечно, не настоящее основание. Настоящее основание – это политическое решение. В общем, никто это особо не скрывает. У меня такая информация тоже есть, что было распоряжение блокировать и искать предлог. Оно, собственно говоря, и было осуществлено. Мы, конечно, к этому делу относимся именно так, но при этом мы будем играть в эту игру. Мы выполним те требования, которые они там нам понаписали, и посмотрим, что они сделают дальше. А у вас что-то там не соответствует закону о партиях, я так понимаю, в уставе? Да, конечно же, придраться можно к любой глупости. Вообще-то говоря, если уж на то пошло, нас же в свое время приостанавливали. Так вот, когда нас приостанавливали, то этих замечаний там не было. Вообще-то по закону они должны были указать все замечания, какие у них есть. Но вот теперь, что называется, вдруг с ничего обнаружились какие-то новые. Повторяю, они достаточно смехотворны. И речь идет, конечно, именно о политическом решении. Власть сейчас... То ли они настолько не уверены в себе, что боятся, в общем, мелких и травоядных партий типа нашей, а мы, в конце концов, действительно мелкие, травоядные, и ничего плохого явно не хотим. Уж программу-то нашу они изучили достаточно хорошо. Так вот, либо действуют, я бы сказал, из соображений мелкой злобности. Ну, например, я вхожу в КС оппозиции, КС оппозиции сейчас объявлен типа главным публичным врагом власти. Честно говоря, не знаю, за что такая честь выпала этой команде. Пока что на врага власти они и десятую долю не наработали. Но, тем не менее, такое отношение есть. Возможно, дело в этом. В любом случае, я думаю, что мы это, во-первых, так или иначе узнаем. А во-вторых, мы, честно говоря, относимся к данной ситуации как крайне неприятной, потому что это подрывает целый ряд наших планов. Но отнюдь не собираемся опускать руки. Скажите, пожалуйста, неужели Кремль, такой мощный, могучий Кремль, где средоточие всех ресурсов страны, они боятся какой-то НДП? Да вот и я удивляюсь. Огромный слон там боится ничтожной мыши. Но, правда, слоны действительно боятся мышей, говорят, такое и есть. Мыши их покусывают между пальцами. Но мы действительно слегка покусывали своей деятельностью. Тем не менее, честно говоря, я поражен именно мелочностью и смехотворностью того, что они делают, и не только по отношению к нам. А нет такого ощущения, что в любом случае, даже вы перепишете весь устав на 100%, все подгоните под шаблон, есть ощущение, что вас все-таки допустят или все-таки нет? А я так думаю, что сейчас, во-первых, время понеслось довольно быстро. Во-вторых, когда время несется быстро, то, как там говорил Хаджан Насреддин насчет шаха, падишаха и осла, кто-нибудь из них да умрет. В данном случае шах решил, что скорее умрет осел, в данном случае мы. Осел имеет на эту тему свое мнение. Как говорится, давайте поживем и, соответственно, увидим. В частности, я, например, совершенно не уверен, что текущая политическая конфигурация, вообще говоря, устойчива. То есть, либо у них что-то разожмется, ну, например, они, может быть, перестанут действительно шарахаться от мелких мышей, допустим, усилившись. Либо, наоборот, ослабнут настолько, что пойдут на уступки. В любом случае, нынешняя ситуация, а нынешняя ситуация, это, извините за несколько негигиеничные сравнения, это ситуация судорожно сжатого очка. Ну вот, люди изо всех сил, что называется, тужатся, чтобы, не дай бог, туда ничего не вошло и оттуда ничего не вышло. Но долго-то так держать это место все-таки невозможно. Рано или поздно где-то что-нибудь разожмется, либо войдет, либо выйдет. Так вот, не желая ничего плохого, скажем так, никому, мы вообще, сами знаете, сторонники мирного и последовательного демократического процесса, мы, однако, думаем, что этот процесс так или иначе пойдет. То есть... Либо, повторяю, у них изменится политика, либо они поменяются в кадровом составе.